С недавних пор всех заводчан, спешащих к месту работы, встречает ряд баннеров. Рифмованные слоганы на тему охраны труда. Яркими красками изображен завод и портреты детей. Ребята смотрят строго и озорно. Их задача – призвать взрослых соблюдать правила техники безопасности. На эти баннеры я давно обратила внимание. Конечно, мне понравилось, что именно дети заинтересовались. Это дети сказали нам, взрослым. Дали пример, чтобы мы поняли, что каждый из нас, родитель, должен прийти домой именно здоровый. Это корпоративный проект по охране труда «Дети». В нем принимают участие все промплощадки группы «Энергопром». А основоположником выступил Новочеркасский электродный завод. Этот проект сразу всем очень понравился и получил много откликов. «Навоз» его продолжил и подошел к этому проекту по-своему, нестандартно. Если на «Анезе» портреты детей размещены на деревьях, то в данный момент мы использовали для этого баннеры. Баннеры сделаны тоже очень своеобразно, потому что на баннерах, как мы видим, фон – это завод глазами детей. Все краски говорят об этом. Это сине-черные трубы, голубые здания, желтый цвет в окнах. Все смотрится очень нарядно, красиво. В проекте приняло участие 7 детей работников «Навеза». Это ребята от детсадовского до школьного возраста. Сотрудники завода такую инициативу встретили благосклонно. Помни, работник везде и всегда, главное – это охрана труда. Ребячьи лица, легко запоминающиеся слоганы, западают в душу лучше сухих инструкций, а значит, цель достигнута.